доктор, да, здравствуйте. У меня глаз дергается, это нормально? Нет, это не нормально. Когда вы заметили, что он у вас дергается? О, давно, еще в детстве. Я когда перед зеркалом кривлялась, научилась глазом дергать. Знаете, я и с мужем со своим из-за этого познакомилась. Он думал, что я ему подмигиваю. Ну вот как с мужем познакомилась, так и начались головные боли. А, так у вас головные боли? Да. Нет, это мне подруга подсказала, что если не хочешь, ну, с мужем в постели того самого, то нужно притвориться, что у тебя головные боли. Иногда помогает, да. Особенно если сыпь на груди появляется. У вас сыпь на груди? А, нет, ну это так. Когда кашлять начинаю, перцовый пластырь на грудь леплю, потом оттираю его, и легкое покраснение. Вы жалуетесь на кашель? Да нет, да, доктор, я пришла пожаловаться на мужа. Как не приду домой, он в постели с другой женщиной. Только соберусь устроить скандал. Он говорит, иди на кухню, кофе попей. Ну а я-то чем могу помочь? Я узнать хотела, не вредно ли столько кофе пить?